В 32-ю пожарную часть, расположенную по улице Кропоткина, Андрей Харченко приехал, чтобы лично поблагодарить коллектив за то, что в непростое для страны время здесь сумели творчески и технически грамотно подойти к модернизации имеющейся техники. Так, в результате кропотливой работы, которая шла несколько месяцев, силами сотрудников 30-й и 32-й пожарных частей у армавирских огнеборцев появилась машина, вмещающая 20 тонн воды. Это в 5 раз больше, чем у другой подобной техники. То, что он такой большой, естественно, у него, исходя из планировки нашего города, он не везде может подъехать. Но в заднем отсеке предусмотрен насос, который может подать воду на любые расстояния. Также предусмотрена система, дополнительные трубы были выведены. Можно делать забор воды с этого автомобиля. Показали главе города и недавно полученную из министерства пожарную машину, оснащенную 50-метровой лестницей. Андрей Харченко пожелал огнеборцам поменьше тревожных будней и поблагодарил за мужество, которое они зачастую проявляют, выполняя свои служебные обязанности. Еще раз хочу сказать слова благодарности как глава от жителей города за эффективность вашей работы, за то, что вы делаете, спасаете жизни, спасаете имущество людей. Но действительно не хватало где-то оснащенности. И вот та техника, которая сегодня появилась, самое главное, насколько вот объяснил Шотар Шиванович, была собрана вашими руками, и вы ее сами сегодня, будем говорить, сначала собрали и сделали. И на вид не скажешь, наверное, не хуже того, что сегодня выпускает заводского производства. Сегодня будет помогать в оперативности, в тушении таких больших пожаров, которые иногда, но, к сожалению, происходят. Профессия пожарного – одна из самых сложных в мире. Наряду с владением множеством специальных навыков и умений, пожарные часто рискуют своей жизнью, чтобы спасти чью-то другую. Марина Белова, Артур Крджанян, служба информации канала РЕН-ТВ «Армавир».